Я не знаю, когда это началось. Мне нужно было сделать выбор. Но ведь выбрать одно не значит автоматически отказаться от другого. Более того, я хотел сохранить все, что у меня есть, и получить все, что есть у других. Поэтому мне нужен был именно Ирис. Теперь у меня есть все спутниковые каналы и все каналы из интернета. Ну да, получается одним выстрелом двух зайцев. Раньше в грозу картинка застывала или исчезала вовсе. Теперь в непогоду Ирис показывает все каналы из интернета. Только я не думаю об этом. Меня это больше не интересует. А вспоминаю я об этом только тогда, когда на линии интернета опять неполадки, и Ирис снова переключается на спутниковый канал. Меня вообще многое перестало волновать. Поменялась частота канала на спутнике? Поменялся адрес канала в интернете? Я этого не замечаю. Ирис сам находит новые параметры, и мои каналы всегда на своих местах, как раньше, как это было еще всегда. Как он это делает? Ведь более 1000 каналов — это не шутка. Русские, немецкие, украинские, со всей Европы. Каких там только нет. Да еще и в HD-качестве. С Ирисом я знаю, что не пропущу любимый фильм или матч своей команды. А если я на работе или в командировке, то его архив позволит мне просмотреть все, что шло в течение 2 недель. 2 недели. Как он это делает? Пульт управления. Казалось бы, мелочь. Для меня нет. Он должен быть таким, как у Ириса. Посмотрите. Ирис, работай. Ирис, не работай. Ирис, работай. Заметили? Канал остается прежним. Никаких трафиков, буферизаций, загрузок. Как он это делает? Конечно, установленный в Ирисе YouTube очень удобный в плане поиска. Он разделен по категориям. Музыка, спорт, пиши хоть на русском, хоть на немецком, все найдет. Но мне, если честно, нужен только телевизор. Но зато со всеми спутниковыми и интернет-каналами. Только наилучшее качество и стабильность. Теперь я знаю, что мне всегда нужен был Ирис. А еще я знаю, что бесплатный сыр только в мышеловке. Конечно, подарки я тоже люблю. И целый год бесплатного интернет-сервиса с радостью приму. Кто бы не принял. Ирис. Потому что я хочу смотреть телевизор.